Друзья, всем привет! Подписчики, гости, всем, кто празднует Новый год, всем привет! Потому что этот год, год особенный, такое не часто бывает. Следующий раз это будет через 1010 лет. А какая цифра? 20-20. Следующая будет 30-30. Поздравляю всех с Новым годом, всех, кто отдыхает сегодня, всех, кто находится где-то на природе, на отдыхе, в отпуске, на море, всем привет и поздравления. Новогодние поздравления с этим замечательным годом 2020, всем, кто сегодня работает. Новогодний привет и поздравления всем, кто сегодня на рыбалке и на охоте встречает Новый год. Всем привет! Также поздравляю всех, кто находится при исполнении и на службе. Всех поздравляю с новым 2020 годом. Всех, кто на Крайнем Севере несет службу, работает, ну или отдыхает. Всех с Новым годом. Ну а также всех, кто по традиции 31 числа идет как положено в баню. И там встречает Новый год с Новым годом 2020. Всех, кто живет в южных районах, я поздравляю с наступающим Новым годом. И желаю всего самого наилучшего, хорошего урожая и больших трудовых успехов. Ну и, конечно же, тех, кто живет в районах с умеренной температурой, среднегодовой, близкой к нулю. Ну или к 40. Поздравляю всех домохозяек, ну и естественно домохозяинов с наступающим Новым годом. Поздравляю всех бабушек с наступающим Новым годом. Также поздравляю всех дедушек, которые дожили до 20 года. Может быть, им еще столько же жить придется. Поздравляю всех, кто знает меня, всех, кто смотрит мои ролики. Поздравляю всех сотрудников моих, поздравляю всех друзей, всем, с кем переписываемся, с кем общаемся. Особо хочу отметить и поздравить Катю, Машу, Серегу и ребятишек. Пожелать хорошего отдыха Кате с Серегой, хорошего путешествия, вот, и поздравления с Новым годом. Поздравляю вас. Поздравляю всех, кого еще не упомянул в своих поздравлениях. Желаю всего самого наилучшего. Желаю успехов в этом году, который бывает очень-очень редко. Цифры 20 и 20. Такое совпадение не каждому дано увидеть. Поэтому в это время будут происходить невероятные чудеса, если вы их захотите. Поэтому не падайте духом, не теряйте бодрость, не теряйте стремление и желание созидать, строить отношения, улучшать все в своей жизни. Всего вам самого наилучшего. Да благословит вас Господь всех. И пусть милость Божья, любовь Божья и благодать Божья да сопровождает вас во все дни жизни вашей. Друзья, желаю счастья, удачи, здоровья вам, родным, близким, всем, кто имеет отношение к празднованию Нового года. Всем здоровья, удачи, счастья и всего самого-самого наилучшего. Ну и, конечно же, хорошо встретить Новый год. 12 часов, бой курантов, поздравления друг друга. И происходит это постепенно, по всем часовым поясам. Вот. Кто-то будет праздновать, начиная от Владивостока и заканчивая Германией или Америкой каждый час. С Новым годом, с Новым годом. Но такую дату можно праздновать и отмечать даже через час. Итак, всем всего самого наилучшего. С Новым годом!